Смотрите сегодня «Вестники Северодвинска». 18 счастливых молодых семей на «Звездочке» вручили сертификаты для получения субсидий на жилье. Сегодня стартовала декада инвалидов. На какую помощь могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями здоровья? Ответ в рубрике «Отдельный разговор». Гость студии – начальник управления социального развития, опеки и попечительства администрации Северодвинска Надежда Потехина. Кассовый аппарат стал причиной пожара в магазине на Юбилейной. Сводка происшествий в рубрике «Протокол». Любишь кататься? Люби и катайся! В парке культуры и отдыха открылось ледовое поле. Желтые карточки, удаление с поля и нереализованные моменты. «Звездочка» встретилась с МЧС на чемпионате города по мини-футболу. Увидимся на канале КТРК в 19:00.